бути і в якості людини, яка починала цей процес, скажімо так, після зустрічі людей. І фактично ми досягли того, як ми сказали сьогодні в Міністерстві фармацевтичної інформації Білорусі, після зустрічі з міністром інформації Олександром Миколаївичем Кирилюкевичем, ми це і зробили зараз, розумієте? Мені дуже приємно вітати тут насамперед наших гостей з України. Це державного секретаря міністра інформаційної політики Артема Біденко. Також Людмилу, яка у нас, власне, є директором, правильно називає, да, директором цього каналу, який сьогодні ми будемо презентувати, який перший український канал буде в цій мережі України. Ми так сприємо наших гостей вітати з пана Володимира з Міністерства інформаційної політики. Білорусі вже. А також Андрія Глаза, всі знають, це він речник Міністерства заміжних справ. Білорусі. Чому це символічно? Дуже приємно. Тому що те, що ви бачите сьогодні, і я дуже дякую, що всі прийшли і зголосилися прийти до нас, це те, що починалося декілька років тому, але набуло серед обрисів, а саме назва каналу, була названа під час візиту в Україну у липні 2017 року президента Білорусі Олександра Григоровича Лукашенка. Як людина, яка була безпосередньо присутня при цих подіях, скажу вам відверто, це було сказано в голос. Зацікавленість білоруського президента, мені здалося навіть більше, ніж українського, в тому, щоб цей канал тут був. Більше того, тоді прозвучала така цікава. Нічого як по-українськи розмовляю, всі розуміють, так? Да? I'm awfully sorry about the guys who came from the other embassies here. I can start English, but you should understand, we have now some representation for mostly for Belarusian audience. That's why I'm very sorry, maybe I'll tell some words after in English. Повертаюся до цього питання, то, що тоді сказали навіть, може і замало нам саме кабельну мережу. Треба пускати по спутнику або по телевізору, по антенах. І щоб сітка була така, як Білорусь-1, Білорусь-2, Білорусь-3, і в нас там, не буду казати про канали, там 112, прямий, все ж таке було. Але я думаю, що це буде у нас попереду, нам треба багато працювати. Я завжди казав і кажу, саме трудно робити перший крок. Іменно саме трудне, це перший шаг. Я дуже рад, що цей шаг у нас вийшов, і що навіть за моєю видно тут, з самого початку до самого кінця ми прийшли цей путь. Я думаю, многі з нас, коли будуть слухати, ну, особливо хто представників медіапространства, медіа, мої колеги з посольств, вони поймуть, наскільки це велике значення для розуміння того, що відбувається в Україні, всім білоруським аудиторіям, перш за все. І розуміння того, що ми, повинні поглядати друг друга глибше. Тот налет советскости, скажем так, на наши отношения, он не совсем правильно подавал то, что происходит в Украине сейчас, да не только сейчас, в Украине, и то, что воспринималось иногда через призму какого-то советского нашего прошлого. С другой стороны, все, что в едином просторе происходит и здесь, и в российском, который тут очень присутствует здесь сильно, вы знаете, не нужно об этом говорить, все это воспринималось через призму войны в Украине. Это правильно, это война с Россией. Это прямая Россия агрессия, которая была еще подвижена во время захвата наших моряков 25 ноября 2018 года. И об этом как-то никто не слышит. За все здесь происходит в ключе передач российских а-ля Соловьева, а-ля 60 минут, которые, в общем-то, настолько извращенно и искривленно преподают все. Мне даже иногда, скажем так, шкода, я все прочитал на российском мову. Жаль. Про то, что это происходит именно в белорусском медийном просторе. Я очень рад, что теперь у белорусского телезрителя появляется возможность смотреть неупреженную, непредвзятую информацию о том, что происходит в Украине. Когда мы говорили об канале ATV, и ко мне подходили даже среди присутствующих здесь людей, экспертов, говорили, что ну, там же действительно мало новостного режима, новостного контента. Более того, я критиковал с собой сторон. И даже со стороны белорусских оппозиционеров, которые, правда, в Лондоне сейчас, о том, что да, почему так вы говорите, что мы не можем воспринимать то, что происходит в Украине в информационном пространстве. Я никого не хотел обидеть. Но если мы сейчас покажем здесь канал 112, или даже прямой, или там News One, я не хотел бы просто, чтобы опять у вас возникало в белорусской аудитории понимание, что у нас кроме этого ничего нет, кроме дебатов каких-то непонятных, кроме всего этого нет. У нас есть нормальная жизнь. В тех условиях, которых трудных, которые, к сожалению, у нас сейчас страна переживает в связи с российской агрессией, тем не менее у нас развивается производство, у нас процветает культура,
У нас є контакти, які розвиваються з іншими странами, в тому числі з Європейським Союзом. У нас є позитивні змінення в економіці, торговлі, і у нас позитивні змінення з Білорусією є. Чому до нас все время хотят спровоцировать на то, что у нас белорусские отношения могут подорвать в угоду другим, третьим странам. Так вот, чтобы не поддаваться этому, я думаю, и очень важная роль именно проникновения, взаимного проникновения, хочу повторить, что когда Беларусь-24 уже несколько лет у нас работает, и сетка вещания намного больше, чем сейчас мы будем иметь в первое время для нашего канала. Так вот, это взаимное проникновение, в хорошем этом смысле слова, позволит нам узнать друг друга лучше, позволит нам планировать наши действия на будущее и, в конце концов, способствует будет нашему углублению сотрудничества и сближения наших народов, о котором много говорит все, братские народы, братские, давайте будем ближе друг к другу, тогда мы действительно можем делать великие вещи в интересах Украины, Беларуси и в большом контексте, в контексте европейской безопасности. Извините, что я был такой долгий, да? Теперь я, наверное, должен рассказать о том, что мы будем сегодня делать. И прежде всего, я хотел бы, знаете, напомнить еще одну вещь, что вот культурные события, которые происходили в Беларуси, даже в украинском, они не всегда были должным образом, с моей точки зрения, освещены. У нас было много событий, даже в ближайшие последние 2-3 месяца, и одно из них, самое большое, которое у нас было в культурной жизни, это, конечно же, святкование, празднование 205-й годовщины со дня рождения великого комзаря, нашего Тараса Григорьевича Шевченко. Вот. Этому мероприятию было посвящено много в Западе. Ну, и мы хотели бы знать, поскольку сегодня речь идет об украинском канале, мы не можем, конечно, не начать нашу встречу, наше мероприятие без украинской песни. Без украинской песни. Мы специально пригласили нашу Маргарита. Вы выходите, вот, да, девчата, выходите сюда. У нас может одна, да? У нас несколько будет реприз таких, знаете, просто. Мы решили